Ну что, друзья, начнем. Сергею Геннадьевичу сегодня день рождения, ему бы исполнилось 60. И этот урок для него, в его честь. Вот вчера Ира Прокофьева, у нее была презентация книги с его уроками. И один из уроков мы сегодня сделаем в его честь. Разогрев. Лицом к палке. На раз, нога тандю вперед, раз, назад, вперед, провели до стороны. Три тандю в сторону, в плие. Пор де бра направо, пор де бра налево. То же самое с левой ноги. Раз, два, три, четыре. Три тандю в плие, налево, направо. Обратно то же самое. Раз, два, три, четыре. Три тандю в плие. Пор де бра назад, назад. То же самое. Пор де бра назад, назад. Дальше тандю в сторону. Три тандю в плие по первой. Три тандю на вторую. Круговое пор де бра. И в другую сторону. То же самое с левой ноги. Три первая, три вторая, круговое. И раз, два, в плие до стороны. Три тандю. В плие. Пор де бра направо. Налево. Левой то же самое. Плие. Налево. Обратно. Бра назад, голова направо. Левая. Голова налево. Тандю в сторону. Плие. Еще три. Закончить на вторую позицию. Пор де бра вокруг себя. Другую сторону. С левой ноги. Три. Комбинации очень простые для запоминания, но сложные для ног. Так что дозируйте, у кого сегодня спящий красавица, Тимурчик. Первая позиция. Деми плие, полупальцы. Еще деми плие, полупальцы. Одно гран плие, три, четыре. И пор де бра только вперед. Во второй позиции то же самое. Деми, полупальцы, гран плие, пор де бра только назад. То же самое, четвертая позиция, пор де бра к палке. По пятой позиции то же самое, пор де бра от палки. Дальше еще довесок пор де бра. Вперед, назад, в сторону, открыли на вторую, полупальцы и баланс. Деми. Полупальцы. Еще деми плие. Полупальцы. Поняла, пор де бра вперед, подождите. И плие, полупальцы,
еще дыми. Дыми, дыми, дыми. Полупальцы. Гран-прие. Пор-де-бра только назад. Четвертая позиция. Вперед-назад. А сейчас открываем на вторую, пор-де-бра на второй позиции к палке. От палки. Все, баланс стоим. Позиции просто гран-плие, также только вперед, гран-плие только назад, гран-плие к палке, гран-плие к палке. И то же самое пор-де-бра, как с правой ноги. Пор-де-бра вперед. Назад, пор-де-бра. Четвертое. Пор-де-бра к палке. Батман тандю будет по пятой позиции. Первая половина очень медленно. На раз открываем вперед. Раз. Стопой крутим. Два. Три. На четыре поставили. Три. Тандю. В плие. Вытянулись. Раз. Два. Три. Четыре. Три. Тандю. В плие. Когда делаем эдедан, стопу крутим эдедан. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Также в сторону. Раз. Два. Три. Вторая половина. Быстрее уже, Геннадий. Нет. В смысле, вторая половина быстрее. Раз, два, с рондом, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Обратно то же самое. Понятно? На раз, тандю. Медленно, Геночка. Раз, два, три. Поставили, пам. Три тандю в плие. Раз. Обратно крутим. Теперь, Геночка, сдвигаем. Раз, проводим на вторую. Раз, два, три.
уже подразогрелись, да? Опорные. Еще не все. Второе тандю. Просто по 4 дегаже вынимаем. 4 вперед, 4 в сторону. Первый не меняем. Нет, меняем. Не меняем. В общем, крестом по 4 девлепе. И сразу повернемся с левой. И раз. Два медленных, три быстрых и четыре анвлюпе к себе попал. Тут точно меняем. Раз, два, раз, два, три, анвлюпе, анвлюпе. И так крестом. И тоже повернемся сразу с левой. Два, бам, три, к себе. Жан-портер – классический вариант, очень просто. Раз, два. Два медленных, три восьмыми. Семь, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ронд на плие, ронд на полупальцах. Три гранд-ронда вам провели. Обратно. Два, три, семь на плие на 45 и три больших. И дальше пор-де-бра большое. Просто вперед, назад, в сторону, растяжка, погнулись назад, вместе с ногой планше, и стоим баланс аттитюд. Подскажу. Два медленных, три восьмыми, семь. На плие на 45.
бедра вперед. Просто, Андрюш, по пятой позиции просто. Назад. В сторону. К палке. Открыли ногу на тандю назад. Растяжка. Вернемся к ноге. Ногу поднимаем на 90. Планше. Аттитюд, баланс. Фондю, смотрите, у фондю есть два варианта. Если кто хочет икру подкачать, фондю вперед, плие сокращаем, стопу вытянуть. Фондю вперед, либо просто подводим, либо делаем фондю вперед и через плие подводим. И так крестом. Ну, рекомендую без плие. Значит, фондю вперед, сели, вытянули, фондю вперед, подвели. Крест. Фондю на пассе.
рундежа Мандлер. Пятое полупальца открыли в сторону. Два Андлер. Три. Пам-пам. Семь. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Пассе вперед сели. Пассе назад. Па де буре. И один тур открыли в сторону. То же самое. Два. Три. Семь. Подвели пассе назад вперед. Па де буре. Один или два, как кто как может. Два. Три. Семь. Пассе вперед сели. Не торопитесь. Три. Четыре. Па де буре. Пассе, не торопитесь. Сели. Пассе. Сели. Па де буре. Стоим. Так, дальше у Сергея Геннадьевича адажу. Вынимаем ДВЛП вперед на 4. Раз, два, три, четыре. Подводим. Раз, два, три, четыре. Также назад, там-там. И полный ронд. Закрыли. То же самое обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И полный ронд. Так высоко ногу аж мне над головой. Поехали слева. А, птибатман, спасибо. Птибатман, точно. Раз, перепросил. Два. Пурба три. Второй пурба три закончить в сторону. Три фра п. Три фра п. Семь птибатман. Па-па-па-па-па-па-па-па. И тур из дегаже. Два. Открыли. Пурба три просто. Пурба три на полупальце. Три фра п. Три фра п. Семь птибатман. И туры. Просто открыть на полупальце. Три фраппе. Раз, три. Раз, два.
7 тибатпан. Закончить на кудыпье вперед. Закончить на полупальце. 3. Тибатпан. Так, Гранд Батман. Репрессион. Раз, два. Гранд Батман вперед, пассе сзади. 2. Вперед, сзади. 2. Вперед, мягкий, закрыли. Крестом. Пам-пам, парам, пам-пам. 2. Мягкий. Обратно то же самое. Хотите на 2, давайте. Поехали. Ген, наверное, это 3/4, да? Да? Хорошо. Батман, пассе, задержали сзади. Вперед, не будем кидать, я думаю, уже лишнее. Уже все разогреты, правда? Не будем назад. Будем, собес.
Тогда просто, там либо по 4, либо по 8, что лучше, 8? Просто 8 назад, 8 другой назад, еще раз, 8, 8, все. У кого спектакль? Женихи, да? Нина? И... Собес, точно. Он так назывался. Собес. Подпустила чуть лучше. Итак, гран-плие делаем под руку. Два. Три, заканчиваем на полупальце. Поза Меркурия. Повернулись обратно. Как в Раймонде, вынимаем на эфосе. Три, четыре, сели, вернулись обратно. Вывели в экарте, упали в третий арабеск, довернулись сюда. Шестое пор де бра в четвертую и два тура в аттитюд. Гран-плие, повернулись, повернулись, вынули эфосе, перешли. Вернулись обратно, дошли до экарте, упали в третий арабеск, вскок, полное пор-де-бра, шестое, и туры в аттитюд. Поехали. Полпальцы, повернулись. Вынимаем ногу в фасе, перешли, сели, упали, сидим, поехали, скоп, аттитюд, пор-де-бра. Слева осилим. Давайте. Можно сразу. Полупальцы. Повернулись. Вынимаем эфосе. Переходим. Стоим, сели. Входим в карте, упали, поехали, аттитюд, спасибо. Вторые запомнили или подсказывать, как обычно. Так, я пока тандю буду вспоминать. А? Раз, два, два, назад. Семь. У него только вращение. Одна комбинация очень мало. Одно вращение и все. Не вот это, а вот арабеск, аттитюд, балансе-балансе. И все, больше нет вот в этом уроке. И потом нет даже фондю, сразу грамбатман.
Есть два варианта. Есть по первой, есть по пятой, да. У него очень много. В одной комбинации три варианта. Как вот там бывает, вторая половина меняется, бывает. У него так интересно. Тандю, потом туры. Ну что, Шанель номер пять, а потом Граматман сразу. Без фондю, без всего. Может, потому что это как бы мужской. Это быстро, может, времени. Да. Это 100 лет, он мне 16 лет, да. Я просто никогда не носила. А тут я купила серьги три сразу. Они. Такие разговоры у нас. Молодцы. Очень простое и коротенькое батман тандю. Два вперед на круазе. Нет, руки открыты. Раз, два меняем в плие. Один подтянулись, закрыли в пятую назад на круазе. Раз, два меняем руки. Андедан. А, простите, два на эфасе. Два назад на эфасе. И семь по первой ЖТ. Пять, шесть, семь. Два, сели в плие, закончили назад. Два назад, андедан. Два на эфасе. Два на эфасе. И 7 по первой ЖТ, 5, 6, 7. Мне кажется, места нет вообще. Открытая рука. Раз, сели. Два, назад. На эфасе 2. 7 ЖТ. С левой. Руку поменяли. Назад. Эфасе. Геночка, может чуть-чуть спокойнее? Да? А я когда одна занимаюсь, я понимаю, что я вот эти комбинации все делаю. Они как бы очень помогают. Это все его. Кстати, у Риточки некоторые повторяются. Тоже похожие есть. Вращение только одна комбинация, так что стоим на припрессион назад нога. Шанель номер 5 называется. Арабеск провели в четвертую. Кто сколько хочет пируэтов. В этитюд провели в четвертую, также закончили в четвертую. Баленсе направо, налево, сутыню, папам. Девочки два раза, мальчики один, много пируэтов. Арабеск, этитюд, баленсе, баленсе. И сразу с левой, да. Геночка, там чуть-чуть подтянете нам. Поехали. Арабеск стоим. Этитюд. Четвертая, балансы. С левой. Этитюд. Четвертую. Баленсе налево.
Thank you.